Здравствуйте, я Радислав Гандапас. Больше 20 лет я готовлю к публичным выступлениям политиков, собственников бизнеса, менеджеров. Провожу для них тренинги, консультирую. 16 января я проведу для вас тренинг, который называется Keynote Speaker. Этот тренинг вобрал в себя лучшие технологии современного ораторского искусства. Я поделюсь с вами простыми, легко используемыми инструментами, с помощью которых вы сможете повысить качество своих публичных выступлений. Если мы говорим о бизнесе, то сегодня презентация – это тоже капитал. Презентация, будем точнее говорить, это коэффициент, на который вы умножаете то, что вы делаете. И качественная презентация, она может очень существенно поднять эффективность того бизнеса, которым вы занимаетесь. Итак, 16 января, keynote speaker, сравнительно небольшая группа, конкретные инструменты, много практики, приходите.